Я вижу здесь и представителей Перми, Кунгура, Качканара и других сел, деревень и городов нашей необъятной родины. Я очень рада передать вам привет от главы Аршавского сельского поселения, от администрации поселения и от всех аршавцев. Сегодня замечательный день. Сегодня канун Святой Троицы. Сегодня день Святого Николая Чудотворца. И сегодня просто замечательный солнечный день. Я от всей души искренне хочу пожелать вам, чтобы вы сегодня с интересом, с увлечением, радостно провели этот праздник, чтобы он продолжался до завтрашнего утра. И очень хотелось бы, чтобы вот этот ваш праздник, день Михайловки, был ежегодно, был традиционным. Мы всегда рады вас видеть здесь и всегда рады привести наших артистов. Я думаю, что они сегодня вам принесут еще удовольствие. Всего вам доброго, будьте все счастливы. Слово предоставляется депутату Совета депутатов Аршавского сельского поселения Виктору Даниловичу Семыкину. Дорогие земляки, уважаемые гости, я очень рад приветствовать вас на нашей родной земле. Это случай еще поздравить вас с праздником победы в Великой Отечественной войне, с юбилейным годом. Еще хочу пожелать ветеранам нашим здоровья, всего хорошего, душевного равновесия. Пожелать хорошо провести праздник, пообщаться, набраться энергии на целый год. Следующий год приехать и еще больше везти сюда народу. Здесь в Михайловке очень много прошло народу, жило. Все, что вспомнили малую родину, как говорится. А брат мне сказал, это не малая, это большая. Так что всего хорошего и вам. Дай вам Бог всего. Слово предоставляется члену Совета ветеранов Аршавского сельского поселения Анне Васильевне Кожиной. Люди добрые, милые мои земляки, с праздником вас, с этим красивым праздником. Этот праздник красивый опять нас собрал всех вместе, позволил всем встретиться. Здоровья вам всем, счастья, семейного благополучия, душевного покоя всем, всем живущим здесь уже взрослым людям, жить еще долго-долго, а вам всегда приезжать сюда. Мы очень рады, родные места вас помнят, верят и ждут вас. Всего доброго вам, друзья. Мы вас всегда помним. И, конечно же, слово хочется предоставить гостю. И жителю, не хочется говорить, бывшему жителю Михайловки, Ивану Ивановичу, пожалуйста. Который все-таки организовал и пригласил всех сюда. Здравствуйте, дорогие земляки. Я, конечно, немножко мало. Микрофон для меня низковато. Сейчас я его подниму. Хочется поздравить с праздником, который прошел сейчас. Вот с нынешним наступившим праздником, святым. И с праздником, который прошел, тоже который является для нас святым. За который положили наши головы отцы, матери, деды. Сегодня батюшка святит могилу. И все мы благодарны им за то, что мы есть. И то, что мы здесь с вами находимся.
Не забывая все подвиги, все то, что совершили ваши отцы и вы, хочется наша фракция в парламенте, хочет вас тоже, часть некоторых наградить, учителей наших, ветеранов, всех ребят, которые воевали. Я прошу сегодня это сделать. Дорогие земляки, мы начнем с награждения. Первая медаль будет, это награждается медалью 90 лет Всесоюзной Валенского коммунистического союза молодежи, короче говоря, от комсомола. Это нашему, мы награждаем человека, которого знает вся Михайловка, и мы всегда ее помним. Человек очень активный, который с юных лет, с самой молодости взяла на себя груз ответственности. Сначала жизненный, когда на ней остались дети, братья и сестры. Потом, это Кошина Анна Васильевна, вы ее все хорошо знаете. Потом, затем была работа, где она тоже себя проявила, как ответственный и активный работник. Добрый, всегда отзывчивый, очень человек. И общественная работа на ней лежала долгие-долгие годы. Мы ее поздравляем и награждаем. Анна Васильевна. Наградить наших ветеранов, которые прошли все трудные годы, которые, не знаю, присутствуют ли здесь. Это Борисов Михаил Михайлович. Награждается медалью 130 лет Сталина. Кашеварова Мария, Мария Кирилловна. И, наверное, есть она здесь присутствует, лет 15. Хочется сказать спасибо тебе, Маша, за неприметную, но все-таки сколько лет этот человек. Начиная войну, прошли все. Я тоже помню подругам моей матери. Все отдали родине. Третья у нас медаль, это Хабарова Анна Андреевна. Все помнят, наша учительница, она обещала приехать, но, видимо, не смогла, может, здоровье не позволило. Предоставим с дальнейшего вручения награды Лилии Ивановне. Зубенина Валентина Михайловна. Я вот не знаю, она не приехала, не привезли ее. Зубенина Валентина Михайловна, не привезли, да? Так. Нету, да? Приедет? Сын здесь? Ну, сын пусть подойдет. Подойдите, пожалуйста. Школьники, жители Михайловки хорошо ее помнят. Передайте ей наши поздравления и пожелания крепкого здоровья, хорошо? Спасибо ей, скажите. Спасибо. Очень хорошо, мы будем рады ее увидеть. Давно друзья веселые простились мы со школою. Но каждый год мы в свой приходим к вам. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками, пеналами и книжками. Волкова Ираида Сергеевна. Это, знаете, была Макарова Ираида Сергеевна. Есть? Нет, да? Ту
тоже учительница Маслова Людмила Александровна. Она приехала, сейчас она живет в Ревде. Людмила Александровна, будьте добры. Поколения, сейчас уже выросшего. Подождите, Людмила Александровна. Татаринова Людмила Ивановна. Это бывший наш фельдшер-акушерка нашего здравпункта, которая проработала тоже много-много лет. А сейчас она в Ашапе находится. Людмила Ивановна, я вас видела здесь. Будьте добры, подойдите. Людмила Ивановна, спасибо вам за детей, которых вы приняли на Михайловке.